обратите внимание, не видно абсолютно треногу. И вот только я подъезжаю, сколько тут метров? Метров 50, наверное, и только сейчас эту треногу видно с вами, да? То есть в данный момент, вот, типа дорожный весовой тут контроль зачем-то стоит, якобы что-то они тут ловят. Пойдем разбираться. Ну что, повторение мать учения. Все то же самое место. Стоит одна тренога, и обратите внимание, не знаю, как вы, а я вот ничего не вижу. А как вы думаете, здесь есть радар? Опа, смотрите, а радар-то скрытый. То есть, когда вы едете на автомобиле, его даже не видно. Радар установлен с нарушением законодательства. Вот именно вот этот радар. Он установлен с нарушением, так же, как установлен тот второй радар, который также не видно. То есть едет машина, со второй стороны также показываю. Радар не видно. То есть ведется скрытое видеонаблюдение. Знака о том, что здесь ведется скрытое видеонаблюдение, фиксация, его нет. То есть с обеих сторон у нас с вами идет нарушение законодательства, нарушение нормативов установки данных тренов. Да, видно, что 3 метра они соблюли, но по факту они являются скрытыми, и это является нарушением. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы отслеживаете, да, вот эти треноги? Да, да. А объясните, почему они установлены с нарушением? Спрятаны за кусты? Они также не спрятаны. Нет... Как это они спрятаны? Я сейчас специально прошел, каждый снял. В радиусе 10 метров даже от них отходишь, они стоят, что? Нет, та тренога стоит за деревом и кустом. Если бы я здесь, то 3 метра как вот. Нет, 3 метра это дорожное покрытие, я с вами согласен. Но я имею в виду до кустов. То есть она стоит за кустами, ее абсолютно не видно. Первое нарушение. Я согласен даже, возможно, с тем, что якобы это являются переносные, да? И вы можете не ставить, да, предупреждающий знак о том, что ведется видеофиксация. А он не обязательно. Я еще раз говорю, да, я с этим даже соглашусь, но с тем, что они скрыты. То есть вот эти два куста, из-за них абсолютно не видно треногу. То есть они установлены с нарушением. Либо переставьте их согласно закону, либо убирайте их совсем. Это уже не первое видео, то есть первое видео уже я снимал, это второй контроль. Ну и, соответственно, либо приведите в порядок. Знаю, допустим, вот сколько метров должно быть, они видимо. Где 100 метров, не должно быть никаких кустов, никаких скрывающих объектов. Это в регламенте все прописано. Покажите, опять пожалуйста. Же, не должно быть новый регламент, изучайте, тем более, если вы этим занимаетесь. Тем более, это не должно быть скрыто, как вот у нас делают, особенно в больших городах, прячут там во фрукты, торгуют, когда арбузами, не, а мы дынями. Никогда, мы всегда все на виду. В машине? Не, это не на виду, они спрятаны. Нет, это не спрятаны. Спрятаны, если бы они были бы за столбом, они за веткой, за ветками, за деревом. Нет, тот вообще не видно. Тот подъезжаешь только когда из-за дерева выезжаешь, его видно. Если бы я вот там он поставил, вот было бы, да, я бы прятал. Я поставил подальше специально. Давайте с вами пройдем, вы увидите, что абсолютно не видно. Вы как будто сам не автовладелец, и как будто сами... Ну как я не автовладелец? Я автовладелец, ну, тем более. Поэтому я и поставил туда. Они неправильно стоят с нарушением законодательства. Ну, покажите статью. Подождите, я вам ничего не должен показывать. Вы должны эти все статьи регламенты знать. Вы говорите, что это неправильно, и при этом вы не можете мне показать это. Я вам не должен этого показывать. Я вас уверяю, что в данный момент с нарушением установлены эти радары. И прошу, либо устранить нарушение, переставив их таким образом, чтобы они были в радиусе обзора, либо вообще прекратить это нарушение законодательства. Либо в прокуратуру заявление. Ну, это само собой, это будет. Да. Ну, мне контролирующие начальство скажет, органы. Я тогда уберу, да. В общем, вы ссылаетесь на начальство, то есть вам дали добро. Да. Ну, в принципе, этого достаточно мне от вас услышать. В принципе, а там уже разбираться. Все, хорошо, тогда лично к вам у меня вопросов нет, будем тогда общаться уже через компетентные органы. Ну, вообще, с нарушением все установлено. Там разберемся, в принципе. Хорошо.